Ой, Сашка, у третьего корпуса мешки видел? Вот Оська. Вот наши копытца. А, это нос. Нос, рыжий нос. Ранец. А? Видите? Да, их он накрыло, очень вкусненький, прям видят хорошо. Так, а это тогда можно, как бы, куда вот это вот оставить? Такие прямо не могу, такие колесики. Эти такие сладкие. Надо будет к вам еще раз приехать уже с яблоками. Там со всем этим. Ага. Надо, слышишь, надо купить яблочек. Там все. Можно же, да, вы приехать? Вот, например, яблоко. А что еще можно? Морковку, яблоко. Оська, на вот. Неделе одна девочка маленькая видит Порси и такая: мама, мама, смотри, корова. Корова. Корова, да. Да, дети лошадку от коровы отличить трудно. Вот у нас какие у нас ноги. Ой, ты какие ноги у нас, да. Оська. Оська. Не надо, не ругайся, Ося. Вот кусака какой, ревнючка. Уже освоился, начинает лошадок кусать. Кусает. Толстый пузо отъел, теперь, говорит, можно и кусаться. Вот так вот.